А нет. Один человек не может это решить, да, то есть обязательно какой-то задумываем. Ну, пока это такая типа гемки, мы написали, да, потом мы ее будем уже развивать. На большее количество людей сценарий написан. А сейчас за голосом, да, или выбираешь? Нет, сейчас это все движением головы. И как бы общение между людьми. Нет, да, ну да, подсказывает, конечно, голосом. Да, да, да. Я имею в виду в системе голоса. Вот. Это было через раздачу по сети, через сервер, вот, соответственно, так как, ну, то есть, потом это можно реализовать уже не находясь в одном месте, да, а там находясь вообще в радующихся отмерах, в принципе. Посредственно и очков порядка,
стенде или так? Надо, чтобы остальные люди вышли, а то она уже не будет есть, как и лучше. Потому что, да, это используется. Мы вот не нашли. Мы решили немного не заехать, понять.